Юные танцоры из студии спортивного танца «Арктика» достойно представили Ненецкий округ на танцевальном фестивале «Беломорские ритмы-2017». Это престижный танцевальный турнир, побороться за медали и кубки которого съезжаются лучшие пары со всего Северо-Западного федерального округа. Среди спортсменов Ненецкого округа есть те, кто выходит на паркет «Беломорских ритмов» уже пятый год подряд, а есть совсем новички. Прямо сейчас мы вернулись с соревнования по бальным танцам «Беломорский ритм» 2017, и мы выступили довольно хорошо. Мы привезли 3 первых мест и одно шестое. Саша и Егор танцуют вместе уже 7 лет. Ребята признаются, к выездным соревнованиям готовились 7 дней в неделю. Такая интенсивная подготовка позволила в очередной раз удивить судей своим мастерством. Ребята подтвердили звание одной из самых перспективных танцевальных пар Ненецкого округа, обойдя несколько десятков конкурентов. Таня Сидоренко выступила не только в паре, но и в категории соло. Выступала с 5 танцами, с вальсом, квикстепом, джайвом, самбо и чичичам. И я привезла 11 кубков за первое место. Не меньшим испытанием стали соревнования и для родителей спортсменов. Им приходится прикладывать немало сил. Волнение детей перед выступлением, совмещение учебы и занятий танцами – с такими нагрузками ребятам не справиться самостоятельно. Дети, конечно, старались очень. Были очень сильные пары, но наши, как говорится, показали себя с очень хорошей стороны. Отдельная строчка в списке критериев на победу – костюмы и внешний вид выступающих. Юлия Андреева, преподаватель спортивных танцев, накануне соревнований провела мастер-класс для родителей. Мамы учились создавать прически за 15 минут и делать правильные укладки. Хотелось бы отметить, что наши детки выглядят очень престижно, очень стильно, и это было отмечено всеми судьями. Всей судейской коллегии было представлено на турнире более 20 городов. Я думаю, что это достаточно объективная оценка. Мне было очень приятно это слышать, и детки, конечно, у нас были безупречны. На первой тренировке после соревнований Вероника и Лев работают над ошибками. В своей возрастной категории они стали победителями, но свои слабые места знают. Должен у нас какой-то такой. А должен быть вот такой. Опытный педагог и победитель различных соревнований умеет найти нужные слова и средства для получения необходимого результата. На протяжении всего танца пара листочек должна не выронить. Встаем в пару, в тесный контакт. Пара соединяется правой стороной друг к другу. Здесь у нас остается объем. Девочка как можно больше раскрывается, как будто бы показывая здесь колье красивое, да, чтобы все видели. Листок во время танца все-таки выпал, но Вероника и Лев не расстроились. Когда зазвучала ритмичная музыка, пара исполнила свой любимый танец – самбу. Ребята уже знают, когда танцуешь с улыбкой, результат всегда на балл выше. Валентина Чибичик, Надежда Литкова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».